Друзі, в Україні революція також і на телебаченні. Новий канал зараз веде активну нового масштабного підготовку масштабного ток-шоу «Страсті по ревізору». Главна інтрига, дорогі мої, появиться ли на пошоу ревізора його главная героиня? Ба-ба-ба-ба. Оля Фреймут. На ревізію прямо на съемку отправилась наша страстная Лена Филонова. Перед ней закрывали двери. Пусти! Я представляю. Натравляли тараканов. А ну идите сюда, я вам таргана покажу. Вам не соромно. Ее били. Выпусти! Рваться привезли! Бейте! И поддавали сомнениям ее вердикты. Зараз и це я забираю себе, а ця нагорода не ваша. Очень скоро все эти люди смогут высказать все, что думают о главном ревизоре страны. Сейчас страсти творятся не только на Майдане, но и на съемках проекта «Страсти по ревизору». Тут такое происходит, такие интриги, такие секреты. Ой, мамочки! Страсти мордасти будут. Теперь ревизор не заканчивается вручением таблички. Самые сочные разборы полетов будут происходить здесь, в студии пост-шоу «Страсти по ревизору». В какой-то момент мы решили, что, наверное, той стороне тоже нужно дать возможность что-то нам ответить. Все, кто считает мнение главного ревизора страны несправедливым, теперь может об этом смело заявить. Я представляю команду программы «Ревизор». Я буду отвечать на вопросы, возможно, претензии, а возможно, пожелания счастья и здоровья искренне ательеров и рестораторов, которые решились и приехали на пост-шоу. Разобраться в объективности ревизии Ольге Фреймут помогут мнения экспертов. Я буду типа председателя коллегии присяжных заседателей. То есть совестью, наверное, программы. Вот так я думаю. Моя задача сказать правду. А рестораторы и ательеры, которые попали под строгие ревизии Ольги Фреймут, поделятся, как это было. После того, как Оля сделала свою ревизию, после того, как она там похвалила или обхаяла те или иные заклады, пройшов деякий час, и те люди, ображені або ж навпаки пошановані, вони з'являються в цій студії і мають можливість вже після того, як нерви вляглися, все відбулося, вони мають можливість прямо в очі Ользі Михайлівні Фреймут сказати все, що вони про неї думають. Кстати, именно Сергей Притула станет ведущим пост-шоу. А страсти будут? Страсти будут. Главная интрига проекта – это будет ли сама Оля Фреймут. Я иду на разведку. Найти Олю оказалось не так просто. Это вам не желтые пятна на отельных матрасах искать. Сторонним вхід заборонено. Может, Оля здесь? Нет, лучше не буду рисковать. Ага, гримерка VIP. Здравствуйте, а Оля Фреймут здесь? Без комментариев. Просто кивните, да или нет? Так, с таким секьюрити мне найти Олю точно не удастся. Надо использовать другой метод. Допрос. Оля Фреймут будет? Ой, это не ко мне вопрос. Ну, скажите, по секрету. Нет. Я вот пыталась найти Олю. Оля вообще будет на проекте? А как вы считаете, ревизор может остаться в стороне от страстей по ревизору? Я ничего не говорила, я не ответила на этот вопрос. Я тоже. Появится ли Ольга Фреймут на проекте или нет? Кто осмелится оспаривать мнение главного ревизора страны? И к чему это все приведет? Что ты хочешь? Я хочу секреты все узнать. Она все рассказывает, мне секрет. Дина Мороза на истории. Все тайное станет явным уже 3 марта. Не пропустите самые жаркие страсти по ревизору.